Власти Нигерии приняли решение уничтожить более 1 миллиона доз вакцины от коронавируса, произведенных компанией AstraZeneca. Срок годности препарата истек еще в ноябре. Более 1 миллиона доз вакцины AstraZeneca отправились на свалку и под гусеницы бульдозера на окраине Абуджи. Церемония состоялась вскоре после того, как органы здравоохранения Нигерии сообщили, что срок действия вакцины, бесплатно представленный западными странами, истекает через считанные недели. Агентство Рейтер передало 7 декабря, что около 1 миллиона неиспользованных доз пришли в негодность в ноябре. Как полагают власти, утилизация позволит вернуть доверие граждан к программе вакцинации. Министерство здравоохранения Нигерии заявило, что в соответствии с указом президента не будет больше принимать вакцины с истекающим сроком годности. Мы обещали вам успешно изъять 1 066 214 доз просроченной вакцины AstraZeneca. Теперь от них избавится Управление по охране окружающей среды. Мы выполняем обещание, данное всем нигерийцам, соблюдать прозрачность в деле поставок вакцины. Теперь граждане могут снова доверять нашей прививочной программе.